Привет, друзья! Выбрались сегодня снова в Царевщину. Носок по затонам. В прошлый раз хорошо оторвались. Решили проверить, работают ли точки снова. Смотрите видео, друзья. Сегодня дождь идет у нас переменный. То прольет он, все у меня, рюкзак весь мокрый, все мокрое. Когда собирались, дождь шел. Сейчас вот опять пошел. Он так и будет весь день. То капает, то не капает. Сегодня у меня запись снова на одну камеру. Короче, дома посмотрел. Обе камеры у меня заглючили. Одна вообще не заряжается, и компьютер ее не определяет. А вот вторая, которая сейчас пишет, она заряжается, но компьютер ее тоже не определяет почему-то, когда подключаемся. Короче, буду по очереди их ремонтировать, чтобы совсем без техники не остаться. Что с ним произошло, непонятно. Ебическая сила. Взяла, друзья. Подвисанием взяла на каблисту. Она небольшая, но приятно. Небольшой шнур. Ну вот каблист отработал в таком вот цвете. Небольшой шнур, но порадовал. Иди расти. Стоит на мелководье вся рыба. Лову поймал хорошенькую, за килошную, кило 200, наверное, где-то. Да, вот это уже хорошая взяла. Друзья, вот это хорошая сопротивляется прям. Вон она. Или за хвост тащу. Нет, не за хвост. Блин, а сопротивлялась так. Прям, думал, кило два взял. Ну, хорошая щука, закилошная. Нет, не закилошная. Ну, грамм 900 точно есть. Берем щуку. Ха. Нет, не берем. Она какая-то болезная. Сейчас я вам покажу. Не болезная, а кусаная, наверное. Двушка по ходу. Вова там, похоже, двушка взяла. Ну, это вот такая. Килошная 900, но
Она какая-то покусанная. Не хочется мне ее брать покусанную. Сейчас я покажу, отцеплю. Ну, открой пасть-то. Вот она уж здесь, смотрите. Винтом, наверное, ее побило. Пан, пускай живет. Все, убежала. Вова, говорит, большую взял. Треха, наверное. Это хорошо, раз большая. Вова не угомонится, видать, на адреналине. Треха, говорит, походу. Взял Вову большую щуку. Потом посмотрим, подойдем, что у него там за треха. О, крокодил Вову взял осеннего. Красавчик. Из пасти выдернул. Что ж такое-то? Не подсек, прям выдернул у нее из пасти. О, вот она. Эх ты, видели? Блин, законечек прям схватила. Сошла прям. Ну-ка, еще раз возьмет. Обидно, когда вот так поклевок долго нету и сходит прям на глазах. Вот-вот-вот-вот, опять, смотрите, опять на глазах, хвостом вильнуло, блин, меня шуганулось, что ли. Сидит кто-то, вот она, это уже на химеру взяла, поставил химеру в желтом цвете. Как в прошлую рыбалку, золотистую. Она там и взяла. Так, мне сегодня щучку надо домой поймать. Я что-то отпускаю все. Как эта щучка, съедобная, нет? Мелковатая опять. Грамм на 600, мне в килограммовую. О, я и просек, или это не я? Нет, это не я, смотрите. Уже зажила. Кто-то ей все, видать, раньше. Ну, это мелкая, надо побольше мне. Давай, иди, гуляй. Вода упала, смотрите, видите, камыш весь открылся. И вся щука повыходила. Есть, взяла на маленьком твиче. Ну-ка, иди сюда, покажись нам, какая ты. Ты достойна домой поехать или нет?
около килошную-то забрать домой хоть. Она как заглотила. Опять на химеру. Но это уже большенькая. Это можно взять. Она какая. Сейчас мы ее щипцами возьмем. Опа. Тихо. Ну вот, грамм на 800 есть, наверное. Заберу я ее. А, насквозь пробил. Ну вот на эту химеру, опять желтую. Понравилась мне эта приманка. Я ее как кверх ногами взял. Ну вот такая. Грамм 800 в ней точно есть. Ну давай показывай тогда. Ух ты. Ну 3,5 наверное есть. Вот и я прощу. Хороша чертовка. У меня там на камере это, вода? Нет? Вов, капли есть? Нет. Нет. Давай подымем. 3600, 3700. Ну, 3600. Ну, считай, да, 3600. Вот это да, вот это мамка. Вот это ты оторвался. Да, еще наподобие, но чуть поменьше. Вот, ну, не такая. Может быть и такая. Они, когда их при подсечке, вон зубище. Ага. При подсечке ведешь, я думал, это двушка где-то. А ближе начал подводить и... Как давай там. Вот это травянка, да? Травянка, да. И в этой, я говорю, прям попером вот так вот по воде. И она тоже двойная атака была. Вот ага. Хлоп-хлоп, смотрю, бум, промахнул. Я прям остановился, прям тык-тык-тык повел, бум, сел. Вот. Ух ты ж, блин, пасть выпрыгнула. Ёшки-матрёшки, я начал выводить. Оно прям выпрыгнуло из воды. Я думал уже все, вывести нафиг. Надоело, что-то траву цепляет. Она, оказывается, за ней шла. А, перекинул. Вот она выпрыгнула снова. Прям на глазах. Ух, все, ушла. Ну такая же была, грамм 800, наверное. За конечек взяла опять. Хоть порадовала. Интересно, она же или другая выскочила? Опа! Есть! Вот, вот эту хорошенькую взяла, по-моему. Или такая же просто... Сейчас посмотрим, друзья, здесь загадывать. Бьет интересно. Такая же, прям на 900. Тоже с чистой воды хапануло. Так, ну все, хватит щук терять. Надо домой взять. Тихо, не прыгай. Вот она, красотка. На каблисту снова. Кстати, здесь поглубже. Сейчас попробую химеру кинуть. Ha, ha, ha.
Это невозможно. Вов, там одна за одной. У тебя, может, ямка там какая? Ну, чуть поближе подойди, там на 10 метров. О, блин, удавчик был. Опа-на, вот она. Вот она. Ну, это мелкая. Это отпустим. Опа. Это мелковатое. Наверное, грамм на 500. Вообще, если говорить про закон, то это ядовая щука. Она, наверное, сантиметров 40. У нас можно 32 забирать. Ну я, понятное дело, что я их не беру. Мелкие, пускай растут. Да что ж такое, прям крючочек у них возле жабры. Вот так вот. Все, 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 тихо. Отпущу сейчас. Вот она, красотка. Иди, расти. Бабушку нам приведи. Оп, есть. Эх ты ж, блин, сошла. Хорошая была по ощущениям. Сошла. Вот химеру не зря поставил. Блин, такой обидный сход. Сопротивление просто отличное было. Аж поводок изогнул, смотри. Причем на этом, в дугу. Хотя всех, которых вытащил... Вот, блин, что это было? Кого-то потянуло кто-то. Подтяжек тоже полно. Ага. На подтяжке обычно останавливаюсь прям. Да, она у меня стояла, в том-то и дело. На химеру у меня больше сегодня поклевок было, но просто ее не везде прокинуть могу. Вот главное, да, два за, смотри, заливчика, вот это слева пусто, вот здесь рядом. А этот чуть-чуть поглубже, тот проходной залив. Ага. Есть? Простую, на равномерку. А оно тоже, кстати, это химера хорошо играет на равномерку. Химера стоит. А, ты химеру поставил, да, тоже? Зеленую. Ага. Ведет куда-то, да, у тебя? Да. Я хотел бросить, она у тебя меня перекрылась. Она... Да не, не спеши, во. Она улетит далеко, у тебя у меня уже около. Как там по ощущениям? Не знаю. Мне сейчас непонятно вообще, да. Ну, карандаш, как обычно. Карандаш? О, ну не карандаш, какой карандаш, киошка. Поперёд, ну вы 800, да, 800 точно есть грамм, пузатая еще. Оп-о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 п. Есть. Вот она. Иди сюда, тоже на паузе. Снова химера. Слушай, химера радует меня. Стандартная вся здесь стоит. А там... Ну да. Сколько тут она? Такая же. Грамм 800, наверное. Заберу я ее тоже. У меня и теща просила, и матери надо. Всем надо сразу. Опа! О, блин, она вся покусанная, что ли. А, это пиявки. Ну и покусанная тоже, смотри. Это может цаплю ее в камыш. А, может быть, бьет, но... Хватить не можно, а это... Вова сегодня прям на все ловит.
такая же, да? Да, стандарт. Опа! Вдарило. А это прям вдарило, это на твиче. Опа! Это прям с ударом его ощутил, не просто повисло, а прям... Я не удивлюсь, если она там глотанула его. Давай, поднимайся. Нет. Опа. Тоже висит. Это просто не рыбалка, это эльдорадо реальное. Ну, да, вот у тебя с ударом было? Ну, нет? Не понял, короче. Один тройник он ушел в жабру. Полностью, да, сожрала. Ну вот она, такая же стандартная. Это отпустим. Чего уж все подряд брать. А следующую возьмем. Будем цедить через одну. А это я агрессивный твич сделал. Посильнее прям. И она прям вдарила, когда я... О, опять на твиче. О, вот это, по-моему, покрупнее. Или так кажется опять. Нормально. Выживет. Выживет? Да. У меня давит, слушай, прям интересно, что давит. Кто там давит? Куда ушла? Она вообще в другую сторону. Под лодкой. А? Нет, где? Оттуда, да? Боковой. Ну нет, такая же. Ну давил прям, блин. Смотри, за серединку держится. За центральные взяла. Ну, сойдешь или все-таки уйдешь у меня на уху? Ну это такая побольше, чем отпустил. И чувствовалась она получше. Открывай пасть свою. Ждем, когда откроешь. А, придется руками брать тебя. Не хотел руки пачкать. Да открой ты. Вот, это большенькое уже. Хорошенькое, это возьму. Так, я там ВКонтакте просят ответов, наверное, надо ответить. Сфоткать, что ли? Ладно, пофоткаем, наверное, потом, да? Подержи, я тебя сейчас сфоткаю. Давай, да. И тоже отправлю. Есть? Да. На попе шерсть. Блин, как думаешь, струну поменять? Ее несколько раз уже гнуло, да? Да. То сейчас... Это лишнее неудобство. И вдруг что-нибудь более-менее трофейное возьмет, может помешать что-нибудь. И этот воблер жалко улетит. Да. Экономия на мелочи, можно проиграть. Оп, есть мантера. Мантера сегодня тоже есть. О, слушай, что-то там опять интересно. Они все интересные, когда бьются. У них сил, видать, много. Они накопили, стоят. Да нет, это прям либо на траву мне тащит, слушай.
Давай, кстати, я у тебя сейчас хотел попить тоже, у меня аж пить нечего. Перерыв для себя сделал, травой. Траву она еще, да, взяла. Прям воткнулась, видать, в траву. Ну такая хорошенькая опять килошная. Где там у меня инструмент? Сейчас мне будут писать в комментариях: «Хапуга, когда вы нажретесь? Сколько можно?» Ну не знаю, за все лето первая рыбалка у нас такая, что прям... Нет. Две еще до этого было, но мы там чисто всех отпускали. Ну там мелкие были. А это вот, смотри, ну, что да. Ее отпускать, килошную щуку? Один, полкилошки было. Ну один фиг, мы сколько их повыкидывали за лето? Да, конечно. Кому-кому, а нас хапугами называть. Не, главное этот. Отпускаю всю щуку. Мне пишут: так, ты что, к этим перешел? Если будешь отпускать, я отписываюсь. Забираю щуку. Ты что, хапуга, ты что, когда нажрешься? Отписываться фиг поймешь, короче. За кого болеем? Ну вот и монтеры. Сегодня, короче, можно что хочешь кидать. Ну смотри, одна прямая. Да. Самое интересное, этот. Одна приманка перестает клевать. Да. Подаешь ей другую. Может быть. И вся в пиявках. Вот вся, вот. да, вся вон она. А если попробовать, правда, резину, копыта 5 дюймов. Темы. Опа, я говорю, сходов будет много, потому что они хватают, они за хвост хватают. На двойнике у меня это есть. На двойнике я боюсь, траву будем тащить, траву будешь тащить. Опа, есть опять. Есть? Ну сейчас не сойдет. Прикинь, воблеры только проводили хер. Ага, воблер не берет, резину поставили, на тебе. Ого, утонул, смотри. Ну-ка я 5 дюймов сейчас копыта. Ну, хорошенькая, да? Ну как? Ну, для разнообразия. Разнообразие, да. Оп-оп-оп-оп-оп. Удар на паузе. Вот копыта 5 дюймов. Блин, что ж за рыбалка-то сегодня прямо, а? Хоть что ей подавай, слушай, воблера перестала брать. Начали резину ей давать. Вот вам, пожалуйста. Блин, а что она размера такого? Какого? Сейчас покажу. О! На копыта-то 5-дюймовую могла и побольше взять. Что это такое? Что? Зачем инструмент? О! Ну-ка. Смотри. Чёрт, главное, блин, а просёк я ее крючком. Поклёвка есть. Я ей черепушку просёк. Да? Ага. Выживет? Да, ну ты же сам видел, ты показывал, или кто там страшный. А, без этого, без черепа? Да. Вот она, на 5-дюймовка. Иди гуляй. На паузе прям. Удар я прям видел. Я прям видел, как она выскочила. Вот, вот и у меня здесь около лодки было. Она, видно, провожала. И когда я на паузе смотрю, приманка начала падать вниз. И он прям небольшая опять, слушай. Опять небольшая ударила. Назад забросил. Друзья, сегодня химера хорошо отработала. И я отработал каблиста. Каблиста у нас больше по мелководью работала. Химера у нас, где заглубление можно было чуть больше дать. У ней от заглубления идет от 0,8. А у этой вот не написано, я не помню. Но, по-моему, она от 0,5, что ли, или от 0,2 даже идет каблиста. Не помню. Посмотрите в интернете.
Вот такая рыбалка. Вову взял хороший трофей осенний. У меня, конечно, поменьше щуки, но зато столько поклевок. Осенний жор. Нашли мы все-таки место, где она стоит сейчас. Друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья. Пока.